Давайте восклицать, друг другом восхищаться, и в волейбол играть, и в озере купаться. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. «Алтайская правда» подводит предварительные итоги общественного опроса на тему «Что для нас успех Алтая?». За месяц голосования от жителей региона поступило несколько десятков тысяч сообщений, предложений, звонков, писем и анкет. Наиболее значимые предложения будут учтены в программе развития края «10 шагов к успеху». Цель исследования – выяснить приоритеты населения. С чем жители связывают будущее нашего региона, к чему, по их мнению, должна стремиться власть, чтобы край был по-настоящему успешным. Московский комсомолец предлагает нам портрет претендента на звание героя Барнаула, преподавателя с почти 20-летним стажем, директора школы номер 126 Александра Загайнова. Руководитель заработал в школе статус одной из лучших в районе. а его детище можно услышать исключительно восторженные отзывы. Рука рачительного хозяина видна по уровню благоустройства. В в школах стоят аквариумы, на пришкольной территории разбит настоящий сад со скульптурами, дети обедают в ультратехнологичной столовой и учатся на современном оборудовании. На средства полумиллионного гранта в школе появился первый и лучший в городе библиотечно-информационный центр. Аргументы и факты об актуальном, о центре украинской культуры в Романово, который объединяет земляков. У нас в районе живет много разных национальностей. Немцы, белорусы, мордва, татары, говорит Владимир Костенко, руководитель известного в крае ансамбля «Вытребеньки». Но самое многочисленное после русских – украинцы. Название это какое, начинает корреспондент. Говорят, ой, на работу не пиду, пиду на «Вытребеньки», объясняет Костенко. Это такая народная дискотека, где можно повыделываться, повытрепываться. Если вы приедете в Романово и там с вами будут разговаривать по хохляцки вы все поймете. Комсомолка Толстушка на этой, неделе, на этой неделе разбирается с правилами содержания и выгуливания собак. Из письма. «Соседка стала возмущаться, что я выгуливаю собаку без намордника. Кричала, махала руками. Пес кинулся на нее и укусил. Соседка пригрозила, что подаст на меня в суд. Скажите, чего мне ожидать?» Ответственность за выгул собак без намордников лечит наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, говорит Ольга Остапчук, старший помощник прокурора Ленинского района. Если собака покусала человека, штраф от 1000 до 2500 рублей. В свою очередь хозяин собаки, хозяйка собаки может написать заявление на соседку, которая ее оскорбила. Она тоже может быть оштрафована на 1000 рублей. Давайте хотя бы наших собак не делать причинами войны. Миру мир и роскошного уикенда. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую.